Гринпис и некоммерческая организация «Природа и молодежь» требуют окружной суд Осло запретить разведку и добычу углеводородов в Арктике. По их словам, правительство Норвегии нарушает условия ратифицированного Парижского соглашения по климату. В знак протеста экологи установили 5-тонную ледяную скульптуру перед зданием суда. На ней выбили 112-ю статью Конституции страны, согласно которой норвежцы имеют право на здоровую окружающую среду. Напомню, летом прошлого года прошел 23-й раунд выдачи лицензий. Тогда правительство Норвегии разрешило 13 нефтяным компаниям разработку месторождений на арктическом шельфе. В ответ природоохранные организации подали иск, в поддержку которого уже подписались более 150 тысяч человек. Наша цель, чтобы суд аннулировал лицензии, выданные государством. Это станет прецедентом против властей, которые наносят ущерб окружающей среде, заведомо зная, что поступают неправильно. А мы будем очень удивлены, если суд одобрит иск, и для этого нет никаких легальных оснований. Если же все-таки такое случится, решение нанесет значительный ущерб промышленности Норвегии.